друзья, с вами как Старумзи, и добро пожаловать на новую серию Скибиди туалетов, а точнее на вторую часть 57-й серии, и я просто в шоке, эта серия длится практически 2 минуты, получается. Это самая долгая серия за всю историю вселенной Скибиди туалетов. И знаете что? Я уже поймал спойлеры, сотни тысяч ваших комментариев. Ребята, я очень благодарен каждому из вас за огромную поддержку, за каждый комментарий, лайк, подписку. Поэтому и сегодня мы посмотрим, что же было в первой части 57-й серии. И посмотрим, что же произошло в новой части, ребята, во второй части 57-й серии. Поэтому, ребят, давайте на этом видосике попытаемся набрать 50 тысяч лайков. Я знаю, что вы сможете, поэтому приятного вам просмотра. Итак, 57-я серия, часть первая. Что же здесь произошло? У нас была жесткая, нереальная битва, которую мы все с вами ждали. Это гигантский титан Спикермен против гигантского титана Камерамена. Ребята, вот эта битва. Вот эти два гиганта встретились. И мы с вами уже, в принципе, понимаем, что произойдет. Титан Камерамен, как знаете, такой большой папа, который пришел к своему ребенку и говорит: так, не балуй! И пальчиком говорит ему: аккуратнее будь. Но Спикермен же, вы понимаете, он не в своем уме. Он находится под властью паразита Скибиди туалета. И, ребят, это была очень серия грустная. Но я поймал спойлеры от ваших комментариев, что вторая часть будет еще грустнее. И сейчас я узнаю, потому что я смотрю это первый раз. Итак, битва началась. Конечно же, мы все понимали примерно, что Спикермену влетит очень сильно, потому что вы посмотрите на размеры хотя бы. Спикермен примерно на процентов 30 меньше, чем Камерамен, и Камерамена апгрейдживали больше 20 серий. А Спикермена, ребята, ну, немножко апгрейдили пару пушек, которые просто не действуют даже на Камерамена. Здесь он, конечно же, проигрывает. Его жестко отпинали, но здесь появляется вот это... Я не знаю, я очень хочу, чтобы его просто разнесли, победили, вынесли и уничтожили. Напишите в комментариях, кто тоже этого ждет. Короче, он пришел 6 лазерами, может быть, 26 тебе нужно было. Спину, как крыса, атаковал, ребята, но Камерамен здесь не растерялся, пошел, ну, паял. И здесь, в этот момент, появляется наш герой. Ниндзя Камерамен со своими, ребята, вантузами, который пытался отсоединить в соло пытался отсоединить того самого паразита, который засел на спине у Спикермена Титана. Но его поймали, ребята, его поймали. И, как мы понимаем, в этой серии он погиб, потому что его камера потухла. Я здесь чуть не расплакался. Ну а теперь все-таки узнаем, что же было дальше. Это вторая часть 57-й серии, которая идет практически 2 минуты. Сейчас мы быстро ее посмотрим, а потом разберем просто на мельчайшие детали, просто на атомы, ребята. Итак, мы с вами увидели, что наш герой, ниндзя Камерамен, пытался отключить паразита, но у него ничего не получилось, и камера его потухла. Хотя подожди, в этой серии у него не потухла камера. Что происходит? Здесь происходит битва, смотри! Скибиди... Нифига себе, он его огнем! На нафиг! Ребята, он его уничтожил! Он его уничтожил! Да ладно! Смотри, битва продолжается. Так, камерамены отлетели. На нафиг, капец, он его фигачит, ребята! Он просто его швыряет. Это что такое? Нет, только... Подожди, он погиб? Нет, ему... Ему хоть бы хны, нифига себе, упаял его! В нем торчит 4, ведь... Его пытается паразит захватить. И здесь просто раздавил. Просто опять Спикермен раздуплился, пытается фигачить. Телевумен, боже, что происходит? Здесь такой эпик в этой серии. Да ладно, да ладно, она его отключает. Ребята, смотри, неужели получится? Прибежал этот, что происходит? Здесь ребята начинают фигачить его с пушек. Что он делает, что он делает? А, кстати, у него минус 2 лазера, заметили? Он сваливает, он... А, они его отключили, вот почему он решил свалить. Телевумен отключила, помогла, офигеть, она забрала героя. А чувак, который ее любит, погибает, тот самый чувак в коричневом костюме. Боже мой, грустная музыка, ребята, что происходит?
Они все-таки его вывели из этого состояния. Они отключили паразита, который практически больше половину всех серий находился на нем. Он пришел в себя. Он понимает, он что натворил. О боже мой. Ребята, это реально самая грустная серия. Я не знаю, что будет дальше. Ребята, вот видите, они говорят, нужно поставить лайк. Нужно обязательно поставить лайкусик, чего бы это ни стоило. Десант камераменов. Конец серии. Просто с ума сойти, ребята, сколько здесь всего произошло. Так, ребят, давайте разберем все с самого начала и максимально подробно. Итак, что у нас происходит? Нам показывают битву. Конечно же, блин, а героя жалко. Ну, смотрите, TV Woman его спасла. Она не спасла того, кто ее любит. Она спасла того, кто сильнее. Ну, это, конечно же, с одной стороны, правильно. С другой стороны, возможно, она его не любит. О, боже мой, капец. Он бросает Вантус. Этот его ломает. Естественно, он меньше него в 100, блин, не знаю, в 300 раз. Битва продолжается. Здесь, вот, продолжается битва гигантского нашего титана-камерамена против... Смотри, подожди, у него... А, у него уже минус... После этого удара у него уже было минус 2 лазера. То есть у него здесь 4 лазера осталось. Смотри, он пытается его сжечь, но ему пофиг. Ему вообще по барабану. Он поджигает его своим синим плавием с груди, с вот этой апгрейдженной пушки. Смотри, смотри, смотри. Его не спалило, то есть он какой-то получается особенный, возможно он мутировал, эволюционировал все это время и усиливался. Его не сожгло, но молоточек, ребята, на нафиг, просто по башне, ребята, его вынесло. Я уже думал, что он погиб, смотрите, опять камерамен разберет скорость, разгоняется и врывается, смотри, ударной волной, ребят, камераменов на крыше отбрасывают. Они просто сидят, им здесь делать нечего. Здесь битва богов, ребята, здесь титаны сражаются, самые сильнейшие. Бросает его просто на прогиб, ребята, как Хабиб, просто через себя. Бедняга спикермен, но не сдается. Вот, вот, я думал, что в этот момент титан-камерамен погиб, потому что в него сразу вонзили 4 меча, ребят. Смотри, просто в грудочину. Я думал, что ему капец, но посмотрите, насколько он сильный. Я уверен, что ему очень сильно сейчас больно. Но смотри, ничего не произошло. Он выдержал эти удары. Срывает маску и просто ему дают такого чипалаха, двойной чипалах прописал. Добил, сорвал мечи, и они продолжают торчать. Смотри, в этот момент они хотели заполучить себе еще титана-камерамена. Смотри, прилетает, ребята, паразит, но камерамен, ребята, смотрите, шустренький, раз... Бошку ему просто сломал. Просто сломал. Здесь спикермен все еще пытается сражаться. Фигачит опять в крысу. А вот почему вот эти враги постоянно фигачат наших ребят в крысу? Ну, я потому что болею за камераменов. Я против Скибиди Туалетов. Я не знаю, на чьей вы стороне, но я за камераменов, блин, реально. Так, вот она. Она тихонечко телепортируется прямо ему за спину. Пока он отвлечен битвой с камераменом, титаном. И смотрите, она пытается отключить этот паразит от тыльной части нашего спикерменчика. Он хочет ее сорвать, но здесь подлетает камерамен, хватает его за руки и не дает сорвать. Смотри, этот орет, орет. Летает. Я сейчас думал, что вот этот выстрелит в спину. Но здесь, ребята, камерамены прям... Кстати, смотрите, это тоже за спиной у него какой-то меч. Или это еще один у нас ниндзя Скибиди Туалет. Они, смотри, фигачат его. Они не дают ему стрелять в спину камерамену. Пытаются его отвлечь. Он не может этого игнорировать. Смотрит сюда. И посмотрите на его взгляд. Капец, у него рожа побита. Его попалил, ребята, камерамен очень жестко. Рожу спалил. Здесь он просто в ужасе. Понимаешь, что спикермена они потеряли. То есть они теряют контроль над спикерменом. Он просто в шоке. Смотри, кстати, здесь видно цвет его глаз. И раньше у него были, если не ошибаюсь, желтые. Он стрелял, теперь у него зеленый. Возможно, у него новая способность. Либо он потерял ту свою способность стрелять из глаз. Он понимает, что дело плохо. И просто сваливает. Понимаете, он просто свалил. Вот в крысу нападает и быстро сваливает. Смотрите, что происходит. Этот, все, его отключили. Вон, валяется на спине у нас тот самый паразит. TV Woman видит, что с нашим героем все плохо. Да, у него потухла камера. И она его забирает телепортом, ребята.
Но вот этот момент, ребята, он тянется к ней рукой. Это тот самый, помните, ребята, тот самый, который сидел с фотографией, который пытался ее обнять, но она ушла. У него нет полтела, ребята, ставьте лайк, если хотите, чтобы он теперь выжил, ребята. Если вы поставите лайк, возможно, его... О, блин, мне жалко чувака, реально. Он ее любил, и она спасла другого. А это очень обидно, блин, я сейчас реально расплачусь, серьезно, это... И он погиб? Подожди. Либо он опустил руки и понял, что ситуация плохая, либо он погиб, ребята. Этот отключил полностью паразита, который еще пытается дергаться. Ну да, Теревумен его, получается, взяла себе под контроль, уничтожает нафиг. Здесь Спикермен полностью приходит в себя. Он начинает вспоминать, что он, скорее всего, натворил. И уходит. Он пошел, я думаю, что он пошел к себе на базу, либо залечивать раны, либо просто уединиться, потому что я думаю, что он понимал, что он делал. Я думаю, что у него было сознание, что он делал, понимал, и единственное, что он не мог этого контролировать. Но, ребята, за такую серию, блин, нужно поставить лайк. Нужно поставить лайк под этим видосиком. Под видосиком The Fuck Boom. Блин, это реально, вот это, ребята, новый уровень Скибиди Туалетов. Это уже настоящий сериал. Это уже не просто отрывки сериала. Это реально очень крутой сериал с сюжетом. И полетели, смотрите. Подождите, Скибиди Туалеты побеждены. То есть у них была очень сильная мощность. Это Спикермен Титан. И, конечно же, наш вот этот вот Джимен гигантский туалет. Теперь у них остался только Джимен. И то он побитый очень сильно. Ребята, блин, ставьте лайки. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ждем новую серию. Всем удачи. Покедова.